На базе Центра детского творчества «Глобус» состоялось открытие клуба по стрельбе из традиционного лука «Северные Амуры». Поздравить клуб с открытием приехали почетные гости. Заместитель главы администрации Уфы Сантимир Баязитов, глава администрации Советского района Урал Кельсинбаев и другие. В ходе мероприятия руководитель стрелкового клуба Урал Муртазин и председатель АНО по развитию конно-верховой стрельбы и стрельбы из традиционного лука Марген Уксы Юлай Галиуллин провели мастер-класс с участниками. Когда мы формировали движение «Северные Амуры» в начале 2000-х годах, конце 90-х годах, она сейчас, вот это все, я сейчас посмотрел дома, концепцию открыл, посмотрел. Все пункты наших мечтаний концептуальных, буквальных, все осуществились. Больше башкирский лук всего будет просто жить и жить. Больше он не будет утрачен. Он уже в надежных руках. Отточить свое мастерство в искусстве стрельбы из башкирского лука смогли как воспитанники клуба, так и их родители. Участники с интересом послушали историю возникновения древнего искусства владения луком, неразрывно связанную с историей наших предков, с военными походами, с охотой. Также узнали, из чего состоит башкирский традиционный костюм лучника и снаряжение. Процесс обучения и владения умением стрелять из столь древнего вида оружия вызвал восторг, подарив бурю эмоций от мала до велика. Вот когда я увидел и тоже прочувствовал, как это происходит, как стреляют из лука. Это не просто олимпийский лук, а вот традиционный лук. Из него стрелять намного сложнее. Возникла идея отремонтировать, найти спонсоров, отремонтировать тир, который находится возле 94-го лицея на территории нашего района. И мы нашли, нам удалось найти спонсоров. Мы смогли за лето отреставрировать полностью, отреконструировать не только снаружи, но и снутри, и появился хороший тир, где на сегодняшний день занимаются как спортсмены, то есть ребята, которые занимаются из спортивного, стреляют из спортивного лука, также занимаются ребята, которые стреляют из традиционного лука. И это очень здорово. А следующим шагом он как раз таки у нас стал, это создание клуба «Северные Амуры» на базе нашего центр «Глобус». Почему? Потому что это является центром, детским центром, куда приходят ребята заниматься, начиная от 3D-моделирования, заканчивая танцами, плясками и так далее. И здесь находятся несколько учреждений, которые посещают дети. И как раз вот я считаю, что удачное место, и мы сегодня, когда разговаривали с директором, он сказал, что за неполный месяц уже сформировано две группы по 15 человек. Это здорово. Среди сформированных двух групп уже есть несколько девочек, которые с удовольствием стреляют. И в нашем тире, который располагается возле 94-го лицея, про который я рассказывал, там тоже большое количество девчонок, которые стреляют и прекрасно стреляют. Занятие стрельбой из лука может стать хорошим решением для родителей, которые стремятся оградить своего ребенка от пагубного влияния улицы, развить его физические и интеллектуальные способности.